В Мирнинском районе получить вакцину от коронавируса стало легче. В МЦРБ и медцентре Алроса обнулили лист ожидания желающим сделать прививку. Там созданы все условия для того, чтобы врачи могли прививать людей по первому обращению без предварительной записи. По информации Республиканского оперштаба, за последние сутки коронавирус обнаружили у 103 якутян. 64 новых случая приходится на Якутск. В Мирнинском и Ленском районах диагноз COVID-19 получили по 4 человека.